Всем привет, дорогие дешевые друзья, с вами Веникс 9205. Прошу извинения за то, что оглушил вас своим микрофоном, я не хотел, ладно, я пошел, вы смотрите дальше этот видео, все, я пошел, все, давай. Сегодня мы будем наслаждаться новой графикой Роблокса. Это не официально, это, конечно, отдельные шейдеры. Тут у нас активир... Если вы хотите шейдеры, как у меня, у вас есть еще Raw Shade, делайте вот такие вот шейдеры и нажимайте F8. Посмотрите просто на это. И на я нарезан. Просто я нарезан. Как будто я не знаю кто. Как будто этот... Морковь, которую нарезали. Реально, так вот же. Все у меня нарезано. Куда ты валишь? Просто можем так походить. Смотрите, что за графика. Во сколько у меня это FPS идет? У меня на прошлом жестком диске. И в прошлом видео... Не, на этой видеокарте я нормально тянула. На новом жестком диске, то есть SSD, у меня почему-то еще меньше FPS. Что это за непонятные бэбрики? А вот так это у нас... можно так походить. Давайте возьмем уж... Ой-ё! Менюшки у нас какие прозрачные стали. Вот так вот у нас... Машина вообще выглядит как будто это... Это непонятная пластмасса по полупрозрачная. Это вот минус вот полупрозрачная. Давайте возьмем такую вот тачку. Кстати, кто понял эту ссылку на Эндрю? Напишите в комментах. Там у него вроде машина была красной. Но мы будем на серенькой. Потому что на серенькой. Посмотрите, она выглядит вообще уже более реалистично. Посмотрите на это отображение металла. Посмотрите, это что за GTA 5 на шейдерах? Просто смотрите. Даже есть... смотрите, как он реалистично осветляет. Это просто рай. А вот в Brookhaven RP я еще давно пробовал зайти в... Другие игры обе, там не так все выглядело классно. Brookhaven RP это вообще кайфуля. Смотрите. Это очень классные графики. Понятно. Я не водитель, я водятел. Какой-то. Просто посмотрите на этот графон. Я на английском. Вот такой вот полезный ник. Вау, он освещается, так не у него показалось. Turbo Stage 2-3. Посмотрите, как она конь. Тихо, нет, отсрубаем нафиг. Давайте. Вот так, посмотрите. А давайте, знаете, какое напишем название? Популярное. Калин-дин-дин-дин-дин. Как Макстал, дин-дин-дин-дин. Вуля-минди. Шифт-вин. Вот. Какое-то качество, правда, вот такое себе, ой-ё. Вот это уже оно более такое картопля. Картошка. Вот так вот вообще. Кстати, вот этот немного, вот этот туман немного бесит. Хотя он потом со временем убирается, вот видите. Туман и потом убирается. Что тут можно сказать? Если еще на Turbo Stage, то это бы как будто GTA 5 каким-то
немного с шейдерами и, конечно же, взять эту машину, взять турбосэш первый, то мне кажется, что это мод на GTA, типа, немного шейдеры, и это мультиплеер, и, типа, гуишки всякие добавили, и всунули эту карту и заменили все тачки. Вот это какой-то GTA мультиплеер получается, что-то типа того, только еще без повреждений и без функции, ну, телепорта в рай, так сказать. Не, ну это очень как-то более Roblox Brookhaven становится более реалистичный. Просто посмотрите на это. Ну, то есть тут видно, постарались. Если мы сейчас попробуем поискать нерандомные такие, что это? Какие-то еще тут их триллион. Вот какие-то еще блюр какой-то. Ой, это вообще ужас. Это тогда надо крыть. Это для фоток. Вот видите, типа она надо сейчас можем встать и вот. Давайте это на скрин поставим. Все, погнали. Я это поставлю на скрин. Ну, это шейдер вообще капец неудобно. Поэтому мы его убираем. Дебан. Что это вообще за шейдер? Они... Ничего? Это шейдер... А, это шейдер ничего не меняет. Тут есть куча геймпас, которые... Что за депрессивный? Лекция, что это? Текс Lightroom, что за? Давайте создадим сейчас дом и посмотрим, как он выглядит внутри, этот дом. Блин, я же гушкий костер, конечно, мне ничего нет. Я это подумал, почему у меня ничего. Давайте возьмем какой-то реалистичный домик. Я моя шоссе такая. Кстати, не, ну это не реалистичный, но я в нем не был. Я хочу этот дом взять. Так, блокируем мою нашу тачку, а то еще он гонит. Так, закрываем, хотя я даже не знаю, где займу. Ну ладно. У нас тут... так тут только на дверь, что ли? Ну, выглядит... Ну, не так вот прям классно. Это больше для... По... Хотя, нормально. То есть, хотя даже где-то реалистично, что тут типа металл такой, более металлический, правда, холодос, вот, надо постараться, но это ладно. Плита, да, ну, тоже такое. Нормально. Посудомойка. То есть, тут все нормально выглядит, то есть, пол вообще такой вымытый прям. Вода тут не изменена, потому что это же для всех игр. Это не только про Brookhaven. Да посмотрим по камеру, что это там такое у нас под дверью. А у нас куда-то приходил просто. Какая-то чувиха. Ну, слушайте, вот это классно. А что это за это лестница еще одна. Неудобно. Так он кто-то идет, что ли? Так, уже надеюсь, нас не угнали, а вот такая вот. Ля, город реалистично выглядит. Если вы так вот посмотреть на город, кстати, тут одинаковые здания ему, то тут, короче, вообще не отличить. Это одинаковые здания. Точнее, я знаю, что одинаковые. Шо, типа, с GTA 5 одинаковая эта графика, вот эта вот классная просто. Вот это стекло еще, вау, ну, смотри, вот тут, то есть, очень реалистично. Давай посмотрим, как выглядит у нас
Огонь, как он будет отражаться, ли он вообще? Давай. Огонь у нас, к сожалению, не изменили. Он у нас обычный. Теперь давай быстрее возвращаем. Ну, тут огонь не изменили, потому что тут же не делали постоянно для Брухэвен. Давай, например, сделаем... посмотрим, есть ли у воды. Странно, что у воды должно быть отражение, но... Да, у воды есть отражение, хотя у нее и должно быть. Можно сказать, второе стекло только. Это стекло, которое жидкое. Вот. Ну, неплохо. Вот, одобряю. Конечно же, подтянет на нормальных компах, потому что у меня NVIDIA GTX 1050 Ti жесткий диск, там SSD-шки, там, короче, нормальный комп. И у меня нормально тянет. А на таких, например, каких-то компах, которые еще с древних времен использовался, теперь может не потянуть. Могу. Cool. Что мы тут можем сделать? Дом не такой продуманный. В него легко покрасить. Не, ну это встает, вот этот очень похоже теперь на реальную жизнь. Просто посмотрите на этот трафик. Ой, там ДТП произошло. Вот так, посмотрите, там еще далеко, прям размывается белым. Это, кстати, тут есть блики всякие. То есть это очень реалистичная штука. Вот. Можем так вот сюда заехать. Посмотреть. Дорога, надеюсь, у нас не блестит. То, что дорога блестит и такие стены блестят, это, конечно, плохо. Что это значит, что это для всех вот этих вот. Сделано. Предметов, я это немного видно, что даже кирпичи были. Ой, блин, я автобус сбил. Хотя у него тоже... То есть тут очень продумано, тут очень реалистичная штука, очень реалистично продумана графика. Рекомендую, если у вас если у вас нормальный компьютер, то можете поставить себе. На телефоны это совсем нет. То есть если ты на телефоне, все, иди отсюда. А я только на компах. Не, ну может быть можно на телефонах, но вроде это сделано только для этого, для компов. Я не видел еще людей, которые на телефоне там. Ну, короче, очень реалистично. Мне еще вот эти фары понравились, типа. Смотрите. Немного реалистичнее, кажется, стали. Ну, не сильно. Но немного есть такого. Видите, тут есть немного изменений. Ну, не, ну, минимальные. Хоть какие-то. Ну, ладно, всем пока, потому что мы уже как-то долго уже сидим, обозреваем это. Поэтому мне же еще там другие видео делать, а может быть и не делать, хотя я не буду делать, потому что сейчас 22:13. Поэтому все. Всем удачи, всем пока. Я скоро, мне сейчас надо АВУ делать, то есть там всякое такое, поэтому до свидания. Потому что я монтирую уже 3 час, и я не могу физически сделать такой монтаж, что у меня получится еще 5 часов, поэтому... Поймите меня как человека. Всем пока.